Осталось у меня несколько часов до отъезда, ну, скажем так, часа три. Я не знаю, во сколько точно будет трансфер, но я решила полежать на пляже. Чемодан я уже собрала. Вот, осталось только загрузить мою клубнику. Как я с ней поеду, не знаю. Ну вот, лежу возле бассейна. Как слышите, играет музыка. На улице очень тепло. Правда, в бассейне вода холодная. Но я собираю... Сегодня я уже уеду. Хотела сказать опять по поводу отеля. Чтобы... Вот все правильно говорят. Чтобы не очаровываться... Нет. Вот всегда правильно говорят, чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. Может быть, что-то я просто не это. Но вот уже сегодня мы уезжаем, и, как я вам говорила, что постоянно выходят официантки, да, и спрашивают, ну как, что вам принести, что вам принести. Прям 10 раз там уже говорят, да нет, спасибо, все. Сегодня я вот лежу на пляже, ко мне никто не подошел. Или это потому, что мы уезжаем, или ну какой-то, я не знаю, у них другой приказ. Ну, вот так сегодня, но я тоже вредная. Можно было сходить самой, взять что-нибудь попить. Я думаю, нет, назло маме уши отморожу теперь. Ну, нет, я, конечно, смеюсь. Вот. Ну, я вам показываю, просто у нас раз сегодня будет видео про то, что я уезжаю. Вот, значит, так. Так, еще что хотела сказать. Пока все равно показываю отель, чтобы вам что-то показывать, да? Не себя, потому что я лежу в очках, и, ну, можно, конечно, себя попробовать. Ну, вот это мой сегодня, не люблю слово последний, но какой-то ужин здесь, видите, ой, обед еще пока только. Ну, мы только обедаем, мы скоро сейчас поедем. Так что вот такой у меня, видите, с клубничкой совсем у... за... фу! Обед. Ну все, вот и началась наша поездка назад. Выехали мы из отеля и едем в аэропорт. Хотела сказать, что вышли и администратор Мелисса, и девочки, официантки, все махали, и прям было очень приятно. Так что все, пока, до скорого свидания, Белек и Турция. Ну вот, я уже в аэропорту, уже даже взвесила свой багаж. У меня оказался 22,4. Это при всем при том, что свою одежду все оставила у Надюшки, да? А это у меня Ягода. Как я ее довезу? Это вообще сказка сказочная. Было два ящика. Кое-как я запаковала один, и один ящик оставила в гостинице. Это, конечно, беда бедовая, но что делать? Ну все, уже в это, сейчас Дюссельдорф погрузится, и мы начинаем, сказали, через 25 минут. Но я пока первая вообще. Все, дорогие мои, регистрацию прошла, прошла таможню. Выдали мне два билета с моими этими креслами возле окна. Видите, 17А и 5А. 17А и 5А. Думала, тащить придется тяжело свою клубнику. Я же ее все-таки тащу. Но тут вот здоровская такая штучка, тележечка. Я ее взяла и думаю, доеду с ней до самолета. А там не так страшно. Там что-нибудь придумаю. Что еще хотел сказать? Значит, пока у нас все. Забрали у меня маленькую бутылочку лимонада. А две бутылки воды оставили. Вот, я им предлагала, она мне сказала, мадам Су, я ей показываю воду, она нет, достала бутылочку лимонада. И, ну, короче, я осталась без лимонада, но зато с водой. Все, пошла искать свое место, сейчас сяду и буду уже спокойно ждать. Ну, самое главное, что все зарегистрировано, рейс есть. Так что теперь, как я уже сказала, в Москве меня ждет гостиница. Так что теперь самая большая проблема у меня, это довести. Конечно же, конечно, совсем мало. Вот. Так что мы с вами летим. Собираемся, во всяком случае. Ну, теперь-то мы с вами уже точно летим. Не могла удержаться, чтобы не снять такой красивый закат. Очень красивый, моя любимая Турция. Все, пока-пока.
Ну вот, я в аэропорту Домодедово прилетела. Сейчас мне нужно час подождать гостиницу. Не все так просто, как я думала. Вот, но самое интересное, что в аэропорту Домодедово платный Wi-Fi. И его мне могут дать только при наличии моей российской сим-карты. Даже платный. И я не могу ее найти. Ну, в смысле, она где-то лежит, но у меня там нет ничем ее открыть, не это. И поэтому... Ну, поэтому я пока взяла телефон у представителя Севена, позвонила домой. Ну, а остальное буду решать по мере поступления проблемы. Ну, вот такой нам номер дали в гостинице. Я спросила, откуда, чья это гостиница. Сказали, компании «Сибирь», здесь отдыхает летный состав. Ну, конечно, все совсем просто. Ну, я думаю, если людям просто... поспать, то чисто, аккуратно. Сейчас посмотрим с вами санузел. Ну, и здесь все довольно хорошо. Да, довольно прилично все. Сказали, на территории всего комплекса у них бесплатный Wi-Fi. Так что сейчас я подключусь, напишу своим и буду спать. Потому что завтра утром, сейчас уже начало первого, а завтра утром в 6 часов я попросила разбудить меня. Потому что в 7:35 меня отсюда забирают, а мне надо еще успеть позавтракать. Завтрак тоже входит в стоимость. Ну, там только какая-то определенная часть. Вот мне так сказали. Вот смотрите, завтрак на 205 рублей, с 6 до 10:45, на 205 рублей я могу покушать. Остальное все за наличный расчет. Так что завтра пойду посмотрю. Что там у них? Вот выезд 7:35. 7:35 мне нужно быть уже возле главного корпуса. А здесь тоже так интересно. Привезли к главному корпусу, нам выдали по этой бумажке и отправили самих искать третий. Ну, они объяснили, идите вот там, три, стоят друг за другом номера, эти дома, ваш третий. По темноте. Ну, и нашли. Ну, все. Спокойной мне ночи. Завтра у меня еще день перелета. Ну все, мои дорогие, мы с вами в России. Это наш завтрак российский. Водичка, будет горячий шоколад. Ну а я сейчас ем и поедем в аэропорт. А это уже началась посадка на мой рейс до Новосибирска. Теперь, видите, мы прикладываем просто билетики к терминалу. Все, полетели. Заметила, что в аэропорту почти одни S7-ы. Одни самолеты. Разная окраска, но одни S7-ы. Интересно, почему это? Все, мои дорогие, окончилось моя суточная, нет, мой суточный перелет, окончился мой суточный перелет, я приехала в Новосибирск домой, ну и теперь начнем с вами плотненько готовиться к переезду на постоянное место жительства в Турцию. Всем пока, поехала отдыхать. Доехали с сыном за моей машиной. И вот я еду по улицам родного города. Это если у вас возникнет еще вопрос, почему я хочу переехать в Турцию. Я вам показываю. Вот я сейчас час назад прилетела, сразу, чтобы больше его не напрягать. Я говорю, давай сразу заберем мою машину, она стояла у него во дворе. И вот мы едем сейчас. Время у нас около 9, 8, где-то 8:45. вечера. И вот они, наши дорожки. Все, я надеюсь, вы все видите. Город миллионник, почти, как я уже говорила, почти 2 миллиона населения. Крупнейший в России город. Вот видите, как мы едем.
Это большие микрорайоны. Это у нас Новосибирский один микрорайон, новый Дивногорский, а второй Сомо-Русино. Такие новые микрорайоны, вот такие дороги к ним подъездные. Это я еду по центральной улице Ленинского района. Кто знает, кто Новосибирский, тот знает, что это улица Станиславского. Еду уже к себе домой. Ну, скажем, центральнее только Красный проспект, наверное, и проспект Дзержинского. Вот. Это я вам про дорогу, про зелень, все показываю. Вот так выглядит мой город. Ну, хочу сказать, что только стаял снег. Ничего больше не изменилось. Конечно, мне сейчас многие скажут, красота в глазах смотрящего. Блин, ну, наверное, нет уже этой красоты. Наверное, уже все. Тут уже сама по себе у меня дрыгается карта. Телефон, потому что дороги у нас уже такие. Это вот, чтобы вы видели, что это я. Все. Тут уже немножко осталось до моего дома. Я подъезжаю к дому, а вас, как всегда, приглашаю, подписывайтесь на мой канал, читайте мою группу в Инстаграм, она называется Лора Туркиш. Ну и все, теперь будем с вами продолжать готовиться уже к моему переезду в Турцию. Все, пока, до новых встреч, всех вас люблю.